получим. Сделать колхозы мощными, способными к социалистическому накоплению. Вот, товарищи, очередная задача партии. Партия поручает вам, товарищи, большое и ответственное дело. И вы выполните его. Замерз? Ну ничего. Не долейте уже. Тебя как звать, дедушка? Все Щукарем зовут. А имя отчество? О, я сынок уж и сам забыл. Меня и старуха моя Щукарем зовет. Щукарем. Ну, голуби. А ты какого ж класса? Середняк? Или бедняк? Беднее меня во всем гремячем нет. У меня одна хата, телушка да старуха. Зато старуха у меня ругательная. Зверь, а не старуха. Ну, Рик, я так скажу. Мне в христианской бытности не было удачи. А это почему же? За раз я расскажу все до нитки. Ну, бери. Вот, перво-наперво родился я. Бабка говорит, духа моей покойной мамаши до разу сказала. Мой сын, как лита войдет, генералом будет. Всеми статьями шибается на генерала. Лобик у него узенький, головка тыквой и голосок басовитый. Радуйся, Матрёна. Ну, стали дожидать. А что толк? Уж обженили меня, а все, чем мне не выходило. А ты жалеешь, дед? Да как сказать, дорогой товарищ? Кому интересно? Чтоб такие статьи в нем зазря пропадали. Ничего, дед, мы твои статьи вытянем наружу. Ну? Скажи, дед, а кто у вас тут Макар Нагульнов? Макарушка? Да. Нагульнов? Да-да. Мой первейший дружок. Да? Ага. Секретарь ячейки. Каков он парень? Прямой, как железный аршин. Как на примилси в 18-м ходе. И до сини мягчает. Значит, хороший? Он разный бывает. Разный? Чёрствый человек. Ну? Да. Как камень. Ну. Но у него тоже есть слабинка. А что, пьет? Нет. Нет? Нет. Он на мировой революции тронутый. Так. Ну, а про колхоз что слыхать? Про колхоз-то? Да. Гутарить люди по-разному. Мне вот Макар так говорил. Ты, дед, на платформе власти стоишь. Ты с ней не кури, не сходи. Вот мы и стоим. А что, дорогой товарищ, колхоз ген-то на платформе будете? На платформе. Ага. Тогда мне беспременно перему надо ступать. Ну, а как? Ну, заблудились. А вот говорят люди, что в колхоз надо еще обществить. А я и на это согласен. Старуху свою с удовольствием туда определю. Ну, вот мне.
Вот он, гремящий. Он аккурат Макарова супруга, кулатки матроскам, Тимошке Дамасковым. Ну, давай. Ну, ну, новые голуби, ну. Тимоша, завтра свидим? Не знаю. Приходи, родненький, слышишь? Половцева, помнишь? Ваше благородие. Откель вас. Господин Исаул. Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплые. Лошадку мы за раз определим. Сколько лет-то минуло, ваше благородие. Занимай места. Я что-то случилось. Тихо! Общее собрание граждан хутора Гремячий Лог объявляю открытым. Зараз будет говорить уполномоченный от райкома партии товарищ Давыдов. Здравствуйте, товарищи. Я сам рабочий Краснопутиловского завода. Меня послала к вам наша коммунистическая партия, чтобы помочь вам организовать колхоз. Погромче! Тут ничего не слыхать! Я буду говорить коротко. Вот с хлебом, товарищи. С хлебом у нас в стране трудности. От чего? От того, что большая часть хлеба в руках кулака. У него с боем приходится хлеб брать. А вы и рады бы сдать, да у самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз не прокормишь. Надо больше сеять. Значит, тут уж сахой или однолемешным плугом не обойтись. Только трактор, машина может выручить. А как ее купить в одиночку? В одиночку не купишь. Кишка тонка. Надо, значит, фактически объединиться. Батракам, беднякам и середнякам в колхоз. Ну как, Костя, круто берете. Пока дюжи не давить. Стелит мягко. Надо организовывать колхоз, товарищи. Значит, с бедностью с этой мы никогда не покончим. Факт.
Ленин перед смертью что говорит? Только в колхозе. Трудящемуся крестьянству спасение от бедности. Иначе ему труба. Точно подсчитал всю эту арифметику. И получилось, что колхозники в союзе с рабочими будут намахивать всех кулаков и врагов. Это факт. Так вот, товарищи, давайте обсудим, как нам лучше колхоз построить. Ну, кто хочет слово? Давай, Нагуль. Ну, кто желает получить слово? Кто желает? Что же вы молчите, товарищи? Ведь тут о вашей жизни разговор. Факт. Да кто ж тут гутарить? Ведь отцы и деды жили без колхоза. Ты уж нас, дорогой товарищ, не силой. Боитесь, народ, вот и молчите. Зачем кулакам жизнь даете? Это про что? А вот за раз скажу про что. Тут в большинстве казаки, которые сами советскую власть в путы и на ноги установили. Ну, установили. А что потом? Опять за старые. Землю дозволили богатым в аренду снимать? Работников дозволили наймать? Видно, воевали мы с кадетами за то, чтобы богатые опять лучше нас жили. Так, товарищ рабочий? Ты, Макар, мне не стучи. Я раз в году говорю. А ты говори пояснее, товарищ. Яснее ясного. Как до войны работал я на фрол Дамаскова, так и по сей день работаю. Зиму и лето в одних холстинных сынах исхаживаю. Семейство мое голодует. Это так революция диктовала в 18-м году? Нет, дорогой товарищ, ты нам зубы не лечи. Много мы красных слов слыхали. Погутарим о колхозе, а весной фрол Дамасков опять меня наймать придет. Он опять фролом Игнатычем будет. А я кланяюсь ему! Да ты не кричи! Нет, буду кричать! Чего гутаришь о колхозе? Жилы кулаку перережьте, тогда пойдем. Отдайте нам его машины, его быков. Тогда будет наше равенство. Молодец! Молодец! Павлов! Совесть ты, идя твоя. Ведь я трудом нажил. Ты моим карпом нажил! Вы уже много на себя берете. Да слово-то, для чего их слухать? Ну вот, тихо! А ты, гражданин фрол Дамаску, почему тут? А ну даже выйди отсюда, как лишенный голоса гражданства. Ты погоди, товарищ Нагульнов. Раз уж гражданин Дамасков пришел к нам на собрание, пускай объяснит свою линию. А мне нечего объяснять. Я исполнял приказ советской власти. Я посев увеличил. Мое хозяйство советской власти хлеб давал. Опять же брешешь, как элемент. Дозвольте засветить вопрос. А кто в землю хлеб коронил? Тогда это ты еще расскажи. Ты лучше расскажи, сколько сам знал зерна-то. Не об этом речь. А ты взяла бы в зубы подолго, да помолчала. Дай сказать. Да не отпишите. Слово по порядку. Ваня скажет. Давай, давай, Григорий Матвеевич. Ты горластый, на чужое не завидуй. Фрол Игнатьич, что он трудом нажил, а ты как был без порток, так и будет. И нечего нам тут за колхоз агитировать. Ну ты без пренев, то дело ясное. То есть, скажи, без пренев. А может, я именно в запрет жил? Давай сюда, рассказывай. Я, граждане, так скажу. Колхоз – это дело добровольное. Хошь – иди, не хошь – со стороны гляди. Так вот, мы желаем со стороны поглядеть. Кто это мы? Мы – хлеборобы, то есть. Ты, дядя, за себя говори. У всякого язык не купленный, скажет. Это верно. Могу и за себе. То есть за себе даже и гутать. Я, граждане, так скажу. Вот мы с родным братом Петром жили. И не ужились, то... Бабы промеж себя заведутся, водой не разольешь.
то мы с Петром не заладим. А тут хочет весь хутор в молокушу свалить. Да тут надо будет милиции жить безысходно. Работа наша разная, дорогой товарищ. Это не возле, а станка на заводе стоять. Там отдежурил 8 часов, тросточку в зубы и пошел. Видать, на заводе работал. А хоть и не работал, а знаю. Ничего ты не знаешь о рабочем. Кулацкий разговор насчет рабочего с тростом. Это украл маску, сказки научил сказки. И ты не научишь. Твоей головой подсолнух молоти. А вот я тебе смолотил. Да вот теперитесь вы. Ну что вы как кучета сходите? Как хочете, не подписуюсь на колхоз. Вы хотите? Да мы тебя не будем. Ну и сделайте одолжение. Дай другие испробуют новую жизнь. Верно, Гриша, погоди им вступать. Как сюда, катись отсюда. Нагурю! Дай мне сказать. Слово предоставляется Кондрату Майданику. Давай, Кондрат. Давай, давай, Кондрат. Речь-то читать, небось, будешь? Этот всю жизнь свою на бумагу записывает. Грамотно. Ну, погодите смеяться. Ну же плакать придется. Да, записываю. На чем кормлюсь? Тут разные были голоса. И ни одного путного. Об жизни мало подумаю. Верно, верно, Кондрат. Давай, давай, читай. Вот я про себя скажу. Мое хозяйство середняцкое. Сеял я в прошлом году 5 десятин. Имею, как известно, пару быков, коня, корову, жену, 4 детей. Рабочие руки вот они, одни. Спасел и собрал 90 пудов пшеницы, 18 жита, 23 овса. Самому надо 60 пудов на прокорм семьи. На птицу надо пудов 10. Овес коню остается. Чего я могу продать государству? 38 пудов. Ну, клади кругом по рублю с гривенником. Получается 41 руб. Чистого дохода. Могу я на эти деньги обуться, одеться, газу, сорняков, мыло купить? А коня подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Могу я так дальше жить? Да ведь это хорошо, бедный или богатый, урожай. А ну, хлопни, урожай. Кто я тогда? Старец. Опять к хлору Дамаскову за суды идти. Опять он с меня процентами шкуру сымет. Так какое же имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже будет? Брешет. Сыпьем сукиным котам, Кондрат. И сыплю, нехай почухаются. А через то вы против колхоза, что кулаки наши, Хрол Дамасков, Бородин, Лапшинов, вам глаза застит, их песни поете. Вас Викопи пихает на новую жизнью, а вы как слепой телок. Его в корове под сиську ведут, а он ногами брыкается. А телку сиську не сосать, на белом свете не жить. Вот и все. Семьдесят один, семьдесят два, семьдесят три, семьдесят четыре, семьдесят пять, семьдесят шесть, семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят один, восемьдесят два, восемьдесят три, восемьдесят четыре, восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь, восемьдесят восемь, восемьдесят девять, девяносто. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106. Еще помянете, Фрола. 107, 108. Ноги на затылке завяжем. 109. Навряд ли. 110. 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Я, Александр Анисимович, можно? Рассказывай. Вступил в колхоз, Александр Анисимович. Так. Нельзя в моем положении супротив идтить. Жил я справно, миг могу тебя обкулачить. Наживал. Пригоршни мозолей, да горб нажил. Ну, а теперь... Ты служил в моей сотне, Лукич. Помнишь, я еще тогда предупреждал. Горько ошибетесь, ребят. Прижмут вас коммунисты. Мужичьи песни поют, сволочи. Про то, что они казаки и думать забыли. Куда ж мы пританцуем с этими колхозами-то, Александр Анисимович? Коммунизму, братец. Коммуна. Полное уничтожение частной собственности. Не только быков, детей отберут у тебя. Все будет общее. Дети, жены, ложки, чашки. Ловко. Теперь я тебя спрошу, дальше можно так жить? Уж куда дальше? А раз некуда, то надо действовать, надо бороться. Что вы, Александр Анисимович, разве можно? Наши люди есть и в Москве, и в Красной армии. Мы связаны за границей. Теперь наша задача вербовать казаков изнутри взрыва. Кто там? Это я, батя, до ветру. Черти вас тут носят. Да будет тебе. Спи. Жалко, Кондраша. Тебе удобно. Вместе с Христишкой, с Мишуткой в одной хате расти. Жалко кинуть на общие-то руки. Сказано спать, спи. Подлёку жалость эту к своему добру давить надо. Не давай ходу к сердцу, Анютка. А ягнят, козлят куда денешь? Ведь им хата теплая нужна, большой догляд. Разберемся. Корма вот как сразить. Потеряем сколько. Ой.
Правильно писали ученые товарищи Маркс и Энгельс. Все зло через эту заразу, собственность проклятую. Теперь я, дорогой товарищ рабочий, сейчас вот легче дышу, как услыхал про колхозы. А то люди сейчас еще как свиньи у корыта. Толкаются, дерутся за эту собственность. А кулак он на этом, как лопух, растет и солнце нам заздит. Кулаки у вас тут как дубы крепкие. Надо с корнем рвать, не откладывая. Вот это правильно. Я сейчас, дорогой товарищ, как дни гражданской войны, как на фронте, такая у меня злоба. Вывести бы их на площадь, я бы их всех до одного с пулемета порезал. Вот насчет пулемета, ты, товарищ, на гулю брось. Народ должен видеть, что делает справедливое дело. А пулемет тут вовсе ни к чему. Ну, давай спать. Завтра начнем пораньше. Пойдешь с первой группы к Фролу Дамаску. Я лучше со второй. А какая же разница? Ну, об этом бы... Ну, да все равно узнаешь. Жена моя Лушка живет с Тимофеем, сыну Фролу Дамаску. Понял? Шубки в кармане резинки. Ты что ли заказывала себе? Ну, Карлушка, за правду. Ведь при чужом человеке-то телешом не ходил. Ему не видно. Нет, видно. А коли видно, так и глядится на добрый здоровье. Ты готов, Макар? Вороны железные, 5! Вороны дисковые, 2! Заведок, мой плуг записал. Еще один так плуг. Один плуг? А за веялка? Веялка. Запиши тебе мажары. Мажары. Товарищ Давыдов, тут зерна еще на хлебозаготовку пудов 200 сыпать можно. Жениться надо перемерить. То-то ему небось жалко. Да, небось не нравится так. А как сам при старом режиме забирал за долги у Трифона имущество. Объемцем не думал. Это правильно. Не важно. Да, ну, быков 5 пар записали? Сколько? 5 пар! Неужто теперь быки нам пойдут, а? В колхоз пойдут. Значит, наши. Купцы будут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 стульев. Одна длинная стула со спинкой. Диван. Кровать железная, шарами. Рюмочки для напитков. Пузырек круглый. Без надобности. Баран лежачий. Что баран? Натовенный баран. Вот он лежит, спит. Ах, извините в горе. Сопля безрукая. Черт, старый, бегай. Не шуми, ма. Господь терпел и нам велел их совесть задушить.
Тебе совесть не задушила, когда ты с меня за две меры просто какие на семена брал, три меры взял? Ему бы хотелось, чтобы ему и дологолоштанному даром просто отдали. Не кричи, мать. Иди Бог. Он все видит. Я советской власти опора был. Я... Товарищ Давыдов, еще узел под полом нашли. Тебе чего, гражданин? Узел отдайте, там гармонь моя. Не тройка соглазый, нос расшибу! Я тебе так расшибу, что и мать не отмой. Ты, гражданин, пройди в хату. Гармонь твою никто не возьмет. Товарищ Давыдов, тут оружие, два обреза и два нагана. Оружие нашли! А ну, подходи, сволочь! Убиваю! Тимоша! Макарушка, убийство! Какое убийство? Тимошка Давыдову пришил. За мной гнался и на силу убег. Макарушка, беги, беги. Я тут один управлюсь. Лучше спрятаться. Где Давыдов? В доме Давыдова. Велел его заарестовать. Ага, прибег. За ложку расквитаться прибег. Свянулся. Поздно, брат. Она ко мне бегала и будет бегать. Тимоша. Она ко мне связанному нынче придет. Эх ты, муж. Весь хутор знает, как я с твоей бабой в твоем доме миловался. Съел, Макар. Тимошенька. Да что ж ты? Беги, ей слезы вытри, она за раз по мне убивается! Щенячья кровь! Не за бабу ты мне враг, а за то, что ты и весь твой род кулацкой контра! Вот так мужнина жена! Бить я тебе не в силах. Я в новую жизнь вступаю. И руки поганить не хочу. Я, любя тебя, много стыда перетерпел. С кулацким сыном путалась, я молчал. А уж ежели при всем сознательном колхозном народе поем слезы ударилось, нету больше моего терпения. Я, девка, с тобой не то, что до мировой революции не дотяну, а и вовсе могу с катушек долой. А брось. Забирай свои огарки, резинки, склянки с помадой, жарь кулихов. Ты мне в жизни лишний вьюг на горбу. Поняла? Поняла. Вот.
хороши. А чего ж им плохими-то быть? Хозяин, небось. Да. Вместо таких быков подобству спасибо, надо сказать. А? Не нам спасибо, а вам. Как вы есть наша кормилица, советская власть. К новой жизни нас, так сказать. Ну, как с кулацкой одежды? Можно распределять? А список медленных составлен? Вот они. А ну, идем. Ты, видать, маленько повеселел. Ладно тебе. Ты гляди, что делается. Спуталось все, как в бою. Скотину тянут, семена везут, тянут. Коней на чутком базу разместили, зараз быков развещать начнем. Их куды, гоп. Об этом договорись с Тагульным. А ну, идем. Ладно, инвентарь и тот везу. Да. Дайте шкарен. Да бабу чертям. За быков, понимаешь, пошла в насыпь, как танка. Со стороны его что глядел там у спектакля. Кондрат. Стой, стой. Ну-ка, куда быков ставить? Тут или на Лапшиновом базу? Гляди, Кондрат, какое у нас хозяйство. Быков надо бы тут. Ну и хорошо. Но ты полушубок скорее надевай, а то простынешь. Гляди, вся спина мокрая. Это у меня после войны от газу. Как поработаю, зараза отмокнет. Во. Ну, ребята, у нас готово. Давай сюда, быков, пар 10. Ну, я пошел. Макарушка, куда ставить? А ты сколько быков привел? Откеды быки, Макарушка. У меня стелка. А ну, мечись отсюда, дед. Корову на Лапшинов пас. Вот ты беда какая. Мы сюда пришли. Ну, мы за раз приехали. Советоваться с Островновым, как бы это сделать получше. Товарищ Давыдов, погодьте, чудок, прошу вас. Во-первых. Как мне теперь жить, товарищ Давыдов? Может, посоветуете? Ну, нашла, о чем спрашивать. Вот детские ясли думаем открыть. А то иди в бригаду работать. Нет ж, я женщина нерабочая. У меня от работы в голове делается кружение. Скажите, какая вы нежная. Тогда иди гуляй. Но только хлеба не получишь. А, смелая моя, кто не работает, тот не ест. Факт. Мой дружок Тимоша сулил скоро возвернуться. Тогда уж. Преступное отставание Гремячим должно быть немедленно ликвидировано. В Восковой, Тубянской и в других местах уже достигнута 100% коллективизация. Во многих хуторах прошло полное обобществление мелкого домашнего скота и даже птицы. Район победоносно шествует к сельскохозяйственным коммунам. А Гремячий Лог показывает всего лишь 50% коллективизированных хозяйств. Предлагается немедленно выслать сводку и к 5 марта закончить сплошную коллективизацию. Что они там очумели? Ошибку мы с тобой дали. Деликатничали. Зараза, надо было со всей строгостью за шиворот взять. Ты только не загибай, Макар. Сёма, жаль ты моя. А чего тебе мозга такая ленивая? И мы ж так мировую революцию проспим. Ты читай, что партия пишет. 100% колхоз. А у нас? А что у нас? Что у нас? У нас 57%. Зато верных. А дай срок, так все с нами будут.
А силой загонять не стану, что вы они мне там не писали. Колхоз дело добровольное, поймешь ты это или нет. Середняк союзник наш, а не враг. Союзник? А ежели это твой союзник, и то сюда невозможности, приверженной к собственности, тогда в какое место мне его лизать, чтобы он в колхоз шел? Да ты не ори, Макар. Разъяснять политику нашу надо, а не палками загонять. Я вот сейчас сам поеду в райком. Я им фактически докажу. Не знают они обстановки, одними цифрами интересуются. А я, ежели партия прикажет, так буду расстреливать каждого второго, кто супротивничает колхозу. Дурак. Когда эта партия такое говорила? А это безобразный факт. Григорий Матвеевич, а ну-ка зайди. Садись, Григорий Матвеевич. Спасибо на приглашении. Что ж ты, Григорий Матвеевич, до сих в колхоз не вступаешь? А куда же мне спешить? Готовенькой норовишь. Советская власть из-за тебя, можно сказать, бьется, чтоб тебе жить лучше стало. А ты? А я супротиву ничего не говорю. Ну вот. Тут, бать, надо сознание иметь. Зараз пиши заявление, вези Семеновой. Нет, от этого ты меня, товарищ, наговорил по слабоне. Слышь, Григорий Матвеевич, мы к чему стремимся? Ведь мы к социализму стремимся. Ты при социализме что, слыхал? Ну, конечно, слыхал. Согласны ты с ним? Конечно, согласен. Ну вот, а колхоз это же есть первый шаг к социализму. Ну да. Кто в колхоз вступает, тот, значит, вместе с нами в одном ряду к мировому социализму идет. Понятно? Конечно, понятно. Вот это и есть. Надка, пиши. Чего? Ну, известно чего, заявление в колхоз. Нет, я начал этого ухожу. Григорий Матвеевич, ну ты подумай. Подумай о наших родных братах, над какими за границей буржуй смывается. Ведь сердце кровя сохнет, когда об них вздумаешь. Ведь только через колхоз начнется им освобождение. Они ж, Любушки, ждут нас. А ты? Как ты думаешь о наших родных братах? Не жалеешь ты их? На то же мы и колхозы строим, на то и к социализму поспешаем, чтобы им полегшило. Ну хоть трошки, ты понимаешь? Конечно, понимаю. Стало быть, согласный? Согласен. Чего согласен? Ну в колхоз записаться. Нет, это я, товарищ Наульнов, повременил. Погоди, трошки, я зараз приду. Валяй. Холодно? Ничего, не замерз. Может, пойдем, брат? Григорий Матвеевич, ну как ты есть человек с образованием, ты ж пойми, ведь что такое наша светлая будущая жизнь?
Ведь это всему трудящему народу свобода. Дуй, трудящий человек, куды хошь, и везде тебе будут рады. Вот, скажем, к примеру, тебе, Григорий Матвеевич. Не годится, скажем, жить у гремячем из-за сильных ветров. Ты бесплатно садись и едешь в жаркую страну. Куда, скажем, скворцы на зиму влетают. И живешь там себе в этой Африке. Ну, сеешь в тамошнем колхозе жито или, скажем, ну, к примеру, в огородной бригаде картошку садишь. Верно я говорю? Ну, это, конечно, как водится. Вот, а другой, скажем, негра из Африки. Вот на прохладу захочет, на ветерок. Ну, нехай, пожалуйста, к нам в гремячий колхоз едет. Мы ему и работенку найдем, и на казачке женим. Нехай живет, тепло отпущает. Правильно я говорю, Григорий Матвеевич? Нет, правильно. Вот, вот видишь, какое великое дело выходит колхоз. Согласны ты с этим? Вовсе согласен. Ух, я так и знал, что я тебе умих сагитирую. Это ж только глупые да враги могут супротив колхоза перейти. Надка, пиши. Чего писать? Заявление пиши. Ну, это ты, товарищ, на улицу восстал. Он ты куда обратно съехал? Да ты же сам мне сказал, что согласный с моими словами. Со словами согласный, а в колхоз положу. Пойди трошки, я зараз приду. Оля. Ты что ж, сукин ты сын, колода ты чертова. Выступать или нет? А ну пиши зараз. Я в колхоз не подписуюсь и семенной товарищ Нагульнов не отдам. Это как-то? А так, что очень просто. Вам отдай, а кисней порожьих мешков не соберешь. Чип с контром. Я тебе как человеку, как личности глаза открываю. А ты что же на советской власти сделки строишь? Пиши заявление в колхоз, сдай же вези семенной. Повремени трошки. Лучше высыплю свиням этот хлеб, чем вам, чужеедам. Свинья? Банник, Григорий Матвеевич, обязуюсь. Ты за это ответишь, Макар. Бить при советской власти недозволено. Она партии только за это не уважит. А контра. И советскую власть и партию вспомнил. Пиши в ад. Обязуюсь не ложиться поперек путя советской власти и прошу принять меня в колхоз. Я напишу. Я с подногами все хорошо напишу. Ворошил деловый спишь, веселые сны видишь. Покуда ты тут с банником торковал, гляди, что на хуторе делается. Ах, Андрюшка, какой я зараз сон видал. Дюж завлекательный сон. Будь-то Витька Лобач, мой покойный дружок, зарубленный в раны лицом под каховкой, отходит ко мне совсем как живой и говорит: слышь, Макар, мне про свои сны оставку дали, ты мне про банника докладай.
про такую хату ядовитую и докладать не желаю. Нехай радуется, что ему ноги сзаду не повыдергивают. Вот приедет Давыдов, он тебя разбухварит. Семен приедет, одобрит. Товарищ Макар Нагульно. Ну, выпускай с порожником ты мелких буржуев. Это что ж, зарестованный? Я, граждане, конечно, не в курсе. Да что ж тут толковать, Андрей Степанович, виноваты. Мы тут ночечку промеж себя посоветовались. Товарищ Нагульно агитировал нас. Мы на колхоз согласны. Вот и давно бы так. Ведь уж сознательный. Ну, доброе здоровье, колхознички. Восемьдесят 83%. Видал? Слыхал? Что это? В каждом доме скот режет, как попал. Про райкомовскую бумажку пронюхали. Ну и слух пошел, что теперь все дымать будем. О. Режут гады. Вот какая в буржуе смятение идет. Ах, сволочи. Шлепнуть бы двоих-троих. Ты, Макар, не дураку. Да. Скотину спасать надо. Завтра же всю мелкую скотину в колхоз возьмем. Макар! Макар! Смотри, Давыдов, не выполнишь этой важнейшей директивы райкома, душу из тебя вытряхнет. Положишь партбилет вот сюда. Ты меня не пугай. Я партийные установки знаю. И люди у меня в колхоз идут, факт. За цифрами гоняться не буду. Надо учитывать настроение на хуторе, а ты их вовсе не знаешь. Ты мне зубы не заговаривай. Когда это большевики влились в хвосте отсталых настроений? Смотри, Давыдов. Казимир Михайлович, вас ждут. Иду. Идем. Вот что мне нужно, с тем торопитесь. За каким чертом кулаков нам направили? Ведь я же русским языком сказал. С этим не спешите. Без того, чтобы за кулаком гоняться, ты бы лучше сплошную кончал. А лозунг товарища Сталина о решительном наступлении на кулачество. Ликвидировать его как класс. Это как? Ну, вождя нечего ссылаться. Надо кому-то помоги. Нет, все. Не верь. Хорошо. Так вот, Давыдов. Чтобы не ссориться, сегодня у нас второе. 12-му. 12-му гремячий должен показать 100%. А если нужно поднажать, так что ж, на то ты большевик. И потрудись выполнять нашу линию, а не изобретенную тобой. А. Я буду проводить линию партии. А тебе, дорогой товарищ, рубану напрямки по рабочему. Твоя линия ошибочная, политически неправильный факт. Ну, твоя точка зрения меня мало интересует. Я отвечаю за район. И помни, Давыдов, если к 12 марта Гремячего не будет 100%, и ты, и Нагульнов останетесь без партбилета. Понятно? Понятно. Тихо, тихо, товарищи. Товарищи, ранее намеченного срока, уже в конце этого месяца весь наш район закончит сплошную коллективизацию. Ну, от тебя хоть сутки. Мальчик. Десять секунд ходи назад, гусей, гуляй всю худобу. Малаш, чтоб зараз была на базу. Малаш. Не хочу быть вашим колхозе, слышь? Малаш. Не хочу вашим крыш... Малаш. Нигде быть. Ягодка моя, не губи ты меня. Пойдешь, ай нет. Малаш, малаш. Ты что это, мала, не лютуй? Ведь так убить можно.
А тебе чего надо? Чего влипаешь в чужие дела, гадючий выползень? Соблазнил дурака корову подвалить, а теперь и вовсе на базу как в могиле, ни крику, ни мыку. Да что, Петром, окстись. Моргаешь, разнечистый дух. Сам за входа пролез, а стас последнюю шкуру сымать. Сейчас я тебя, сукин ты сын, козел бегай, пободрать бы тебе морду, сдал бы тогда. Ты что? Да что, Александр Алексеевич. Скорее будешь начинать. Народ осатанел, а бабы и вовсе ума рехнулись. Я промеж колхозниками и нашими казаками, как бык на скорость. Чуть что с меня спросят. Да ты испугался. Я тебя убить могу. А коли вы дюжи чересчур храбрый, поговорили бы сами. Ты разговаривай. Чудо. Это ж хорошо. Значит, не зря мы с тобой скотину резали. Не зря работали. Обозлился народ, еще немного и все с нами будут. Ты трудно, да ты слушай. Вот последнее задание. Прочти. Господин Есаул, приказываю вам немедленно развернуть среди населения Гремячего Лога, в коем вы представляете наш союз, агитацию за то, что семенной хвонт, собранный с хлеборубов для посева, пойдет якобы за границу. С той же целью предлагается вам выехать в хутора Тубянской и Войсковой. Понял. Лихое дело. Ладно, испытаем. С бабой начинаем. Пустим за правду. Люди добрые говорили, что не надо было засыпать в общественный амбар. Там казаки отслухали. А ну, мою, Давыдова почитаю. Бабы, сразу за нас начнут выводить. Откуда знаете, милаши, может быть так, слухи? А кто пути сказал, спасибо ему. Бабочки, Лапушки мои! Лапушки мои! Отдай нас от хлеб! Да постой, Чубуй! А ты же забрали, курей забрали! А за нас хлеб выводить будете! Забирай ключи, Селков! Бабы! Да бросьте его, пусти! Стояйте во Фронове! Я председатель сельсовета! Надо мной смываться, как советская власть смываться! У нас тут бунт. Какой бунт? Андрей Разметнов бабы заарестовали и зараз собирается семенной хлеб растаскивать. Это почему же? Слушок прошел. Вот семенной это вывозить будет. Как вывозить? А колхозники где? Где Макар? Макар. Макар с колхозниками хворост рубить. В 5 верстах отсюда. 2 сутки не спит. Все. В сарае для общественных курей ладить. Каких? Черта курей! Ключи от амбара у тебя? Вот они. Давай сюда. Оцепляй лошадь, скачи за колхозниками, возьми человек 10. Ты похоронись, товарищ Давыдов, а бы греха не вышло, у нас народ даль какой. Особливо бабы гадюки, старуху мою возьми вот. Что, гражданочки, собрались? Праздник у вас тут? Или, может, свадьбу справляете? Кто у вас тут жених-то?
Ты же раз не дуракуй, ключи давай. Курей отобрали, скотину отобрали, а теперь семена вывозить будете. Соберете хлебец, а потом его на пароход, да в чужие земли, автомобили покупать, чтоб партийные со своими стриженными бабами катались. Знаем мы, на что нашу пшеничку хотите. Ты чего орешь? Какие семена? Какие чужие земли? Семена лежат себе в сохранности. И ты тут провокацией не занимайся. Спай отсюда. Нечего тут около амбара оклачиваться. Расходитесь, граждане. Как так? Семена хлеб побрали, ключи не отдаете? Ишь ты, давай ключи. Давай, дай добром, слышь? Все одно замтипы сшибаем. Ключей, граждане, у меня нет. А и где же они? Они хранятся у меня на квартире. Но ключей я вам все равно не дам. А за взлом замков будете отвечать со всей строгостью, так и знаете. Веди нас на фатеру. Сами твои ключи найдем. Нету ключей. А где ж ключи? Наверное, у Нагульного. Да ведь он уехал. Сам уехал. А ключи должен был оставить. Он нас станут сводить. У него ключи. Вот что ты, милый. Убирай, мама, и не дайте пропасть. Что же это такое? Драться значит-то? А ну, толкари клево! Что же вы уцепились? Черт тебе, гадюка! Бабушка! Тебе помирать пора, ты дерешься! Ну, даже уж раз я тебя не вижу! Легкие руки у наших бабочек. Чего терпеть можно? Вот кабы я вдарила, так ты б носом землю достал. А мы так не сумеем. А ну-ка, бабочки, сыпьте его погорячее. Хватит, убьете. Нет у меня ключей. Ах, нет! Эх вы, дуры. Для вас же делаю, а вы меня же убиваете. Не дам ключей! Понятно? До ночи водить будете, а ключей не отдам! Как, до ночи? Как я там? Yeah!
Надо, братцы, Давыдову покой дать. Гляди, как надымили. Верно. Загульно. Здорово. Прими-ка газету и почту. А где у вас Давыдов квартирует? Начал, понимаешь, добрался до вас. Разлив начался. Чего ж не обождаю? Вельно срочно. Где, говоришь, Давыдов проживает? О, нагонек. Ага. Ну, пока. На хуторе ничего не слыхали про статью Сталина? Какой статью? Нет, не слыхали. А что там было пропечатано для Сана Исмича? Да, пустое. Какие ваши-то успехи, Александр Анисимович? Когда же начнем? Завтра. Завтра? Так. Или совсем не начнем? Ваши коммунисты все в хуторе? Все тут. Немедленно сообщи нашим казакам, чтобы к рассвету шли на Лапшинову мельницу. Там все будут тубянские войсковые. Стой! У каждого должен быть конь, имеющий вооружение и трехдневный запас харчей. Понял? Понял. Иди. Разговоры потом. Осталось 3 часа. Коренной поворот деревни к социализму можно считать уже обеспеченным. Нет нужды доказывать, что успехи эти имеют величайшее значение для судеб нашей страны. Но успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достаются сравнительно легко. Они, эти успехи, нередко пьянять людей. Причем у людей начинает кружиться голова от успехов. Теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности, появляется стремление переоценить свои силы и недооценить силы противника. Отсюда задача партии повести решительную борьбу с этими опасными и вредными для дела настроениями и изгнать их вон из партии. Ага, дай сюда газету, дай сюда. Лежите, товарищ Давыдов, нельзя. Уходи, дай газету, Андрей, ведь эта статья нам страшно необходима. За раз ложись, а то читать брошу. Ну, читай. Если они, эти настроения, получат у нас права гражданства, то можно не сомневаться,
что дело колхозного движения будет значительно ослаблено, и опасность срыва этого движения может стать реальностью. Дай сюда! Ну, это ж никуда не ходит. Что ж дальше пишут? Для всех, товарищ Дюнов. Ну, что ж, товарищ Дюнов, четыре взял газету, читай. Погодите, погодите, Галди. Вы слушайте. Успехи нашей колхозной политики объясняются, между прочим, тем, что она, эта политика, опирается на добровольность колхозного движения. Эх, братцы, где Макар, а? Да ладно, читай. На добровольность колхозного движения и учет разнообразия условий в различных районах СССР. Нельзя насаждать колхозы силой. Черт, самую точку, факт. Давай, давай. Нельзя насаждать колхозы силой. Это было бы глупо и реакционно. Видал? Сейчас в райком бы съездить. Да почитайте. Давай, давай дальше. Давай дальше. Что может быть общего между этой политикой унтера Пришибеева и между политикой партии, опирающейся на добровольность? А! Что, Макар? Не в бровь, а в глаз тебе эта статья. Говоришь, в глаз мне эта статья попала. Не в глаз, а в самое сердце. Закружилась Макарова голова. Ты мне лучше скажи, кто я есть после этой статьи? Кому нужны эти искривления? Это чиновничье декретирование колхозного движения. Эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам. Никому, кроме наших врагов. К чему они могут привести эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений... Вот и выходит, что я есть перво-наперво декретный чиновник и автор. Да факт, что автор? А ты как думаешь? Ну никакого смеха тут нету. Почему я заебал? Заради чего я с курями влево ушел? Потому что мне хотелось поскорее все сделать. Покруче собственника мелкого буржуя завернуть. Вот псих. Андрей, возьми Макара к себе ночевать. Проследи, чтобы он не пил. Где ж казаки?
А вы, ваше благородие, господин Исаул, наслышали об том, что тут вот газетка дюже интересная появилась. В ней пропечатано письмо председателя всей партии. Секретаря. То бишь секретаря товарища Сталина. И выходит так, что разлучает эта газета нас с вами. Наш за эту газету 15 рублей в районе заплатили. Да на этих денег стоит. Ну, да. Важно, клубы даже превышает. Власть, конечно, наша хуторская понадурила. Кое-кого дуриком в колхоз загнала. В обращении изгибы сделала. Да, подтягивали нам подпруги неплохо. Главное, конечно, мы думали, что из центра такой приказ идет. Масло из нас сжать. А зараз сам Сталин этих самых взорвавшихся коммунистов почем зря кроет и с должностей усымает. И получается Хлеборову легкое дыхание. Да. А что ж, казачки, измена? Вы, Александр, не сомневайтесь. Мы вреда чинить вам не будем через то, что сами мазаны. Воля ваша. Только уж вам теперь придется бояться. И не ГПУ бояться. Мы вас будем расстреливать, как предателей. А ну, брать за ноги! Стрысь, Стенка! Кондрат Христофорович. Вольно выдали. Поплывут теперь казачки из колхозов. Навоз плывет, а что потяжельше останется. Утаривают всех, кто с зерном волынку устраивает, да удобно припрыгивать по всей стороне. Надо бы. Я как-то. А так что очень просто. Ты хотел зерно разворовать? Сроду нет. А вот когда дадут тебе 5 лет отсидки, тогда придешь в сознание. Дёра строл устанавливает. Луж сюда! Лужа! Иди сюда! Здорово, друг. Закрутилась, как ужака под вилами. Ну что ж, граждане, статья товарища Сталина фактически ударила в самую точку. Это и есть генеральная линия нашего ЦК. Были у нас ошибки против линии? Конечно, были.
Вот хотя бы взять с этим с куриным колхозом. Перегнули. Факт, перегнули. Мы свои ошибки признаем. Но и вы свои признаваете. Был у нас такой позорный факт, когда хотели расхитить семенной хлеб. Был. Это что обозначает? Что обозначает выступление ваших женщин, граждан? Это обозначает, что они качнулись в сторону кулацкого элемента, в сторону наших врагов. Вот из вас, граждане, шли несознательные возгласы, чтоб меня били. И ваши женщины били меня, я это фактически говорю. А одна гражданочка подначивала женщин, чтоб меня сильнее били. Это я про тебя, гражданка Лукерия Нагульного, говорю. Не вертись, лупоглазая. Умело подстрекать, умей собранию в глаза глядеть. И видите ли, хотелось, чтоб я низко кланялся. Пощады просил. Но, граждане, не из такого мы большевики теста, чтоб из нас мог кто-нибудь фигуры делать. На коленях большевики ни перед кем не стояли. И стоять никогда не будут. Это факт. Правильно! Тут по хутору слушок прошел. Будто все, которые шумели, будут арестованы. Нет, это неверно, товарищи. Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов. А вы несознательные женщины, временно заблужденные. И мы вам фактически будем открывать глаза. Не ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо. Никто тебя не тронет. Хотя нехороший был твой поступ. Но вот если когда выйдем в поле, будешь плохо работать, то уж тогда я тебе всыплю чертей. Так и знай. Только уж бить буду не по спине, а пониже. Так что ни сесть, ни встать нельзя было. Вот прав тебя бери. Твой муж, я б тебе бубну выбил. Вот как и сделал. Давыдов, Любушка Давыдов, за то, что зла в сердце не носишь, зла не помнишь. Народ, понимаешь, тут волнуется, и глаза не знает, куда девать, совесть созревай. А ведь нам вместе жить-то. Давай, Давыдов, так, кто старую вспоменет, тому глаз вон, а? Договорились, па. Вам известно, что Нагульнов вел, вопреки нашим указаниям, левацкую и троцкистскую линию во время коллективизации. Поэтому, я думаю, без особых дискуссий мы можем поставить вопрос об его исключении из партии. Как об исключении? Нагульнов же старый член партии. Краснознаменец. Да что вы, товарищи? Ты просто удивляешь меня, Балабин. Ведь тебе ж прекрасно известно, что мы и так затянули с этим исключением. У нас тут работает партийная комиссия из крайкома. Она ждет решительного перелома в борьбе с троцкистскими загибщиками. Ты погоди тростком мне на шею вешай. Мне за раз зазорно с ним на одном уровне стоять. Я не изменник. И наперед упреждаю, что ежели кто мне троцкистом назовет... Не горячись, Нагуль, ты сядь. У нас тут... один вопрос остался. Мы его сейчас закончим. Продолжайте, продолжайте. Так вот, товарищи, как выглядит в свете недавних исторических указаний ЦК нашей партии поведение Нагульного? Как выглядит этот метод вовлечения в колхозы с наганом в руках? Это, товарищи, уже не головокружение от успехов, как
гениально выражен в этой статье. Это уже прямой левацкий заскок. Агульнов насильственно обобществил весь мелкий скот, даже птицу. Про птицу и скотину была директива райкома. А, ну уж это ты извини. Нечего валить с больной головы да на здоровую. Ты среднякам наганом грозил? Грозил. Тем, который супротив нас особенно напряженный. А гражданина Банника ты избил? Он от советской власти измывался. Ну, а жену ты выгнал? Ну, выгнал. Вот вам, товарищи, еще один и весьма знаменательный штрих. Мы не маленькие, нам, я думаю, товарищ, всем ясен. Портрет человека, ищущего развлечения в смене женщин. Я, товарищи, на всех фронтах бился с белыми. Мне в первой конной армии дали орден. Ты дело говори. А это не дело? Ты не виляй, Нагульнов. Нечего теперь на заслуги ссылаться. Да дайте же товарищу сказать. Ну что вы на язык ему становите? Дайте мне сказать. Я же не враг. Зачем со мной это? Я признаю то, что говорил Корчинский. Верно, это я сотворял. Но не потому, что я хотел на партию наступать. Это он брешет. И я его директиву выполнял. Брешешь ты насчет моего распутства. Это выдумки. Я от баб сторонюсь. Мне не до них. Через это ты и жену прогнал? Да, через это самое. Может, я ошибался. Ну, ученый мне, судите, как хочешь. Да ты не волнуйся, выпей воды. Об одном прошу. Без злого умысла против партии. Все? Больше сказать нечего. Ну, что ж, товарищи, все ясно. Я считаю, что Нагульнову как злостного нарушителя линии партии и как бытового разложенца следует из партии исключить. Партбилеты я не отдам. Партбилеты я тебе не отдам. И партии я еще буду нужен. Вот он, билет. Попробуй, возьми. Глотку перерву. Куда же мне без партии? Ты уж лучше меня прикажи, ребят. Меня тогда распыл надо. Старый стал с баздой. Ты только без истерик, товарищ. Я тебе не товарищ. Ты берюк. Ты чего, Хомутова, скаляется как? Над слезьми моими смеюсь. Я свою правду найду. Ты поезжай в крайком, Нагульнов. Я в ЦК пойду. Безобразие. Нагульнов, верните-ка его. Oh!
Это покота. А не видишь? Это земли чесотка, не покота. А тебе это не касаемо, не твое это дело. А чье ж, сукин ты сын, это дело? Не дам так. Товарищ Долгов. Тебе, видать, более всех надо. Стоп, 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 стоп. Товарищ Долгов, ну гляди, как пашет, еле два вершка поднимает. Ну, поди сюда. Тебе говорят, факт. Ты что же так пашешь? Пока. А вам как бы хотелось? 8 вершков угнать? Спасибо вам. Сами попробуйте вспахать по желуди. И вспашу, а ты думал как? Вы сделайте одолжение, а я не проклятый, чтоб вам тут силу из себя мотать, заради чего не знаю. Ну и черт с тобой. Факт. Давай, Кондрат, наладь так, чтоб поглубже брало. Зараз наладит. Да вы пахать-то когда пахали? Да нет, браток, не приходилось. Ну ничего, я понятен. Давай. Ну-ну. Дай сюда кнут и за раз удалить от те два. Не сомневайся, товарищ Давыдов, я сам погоню, чем стану. Ну, валяй. Стоп, стоп, пусти. Арсу, арсу. Абе, абе. Народ. Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Стой, стой. Стоп, стоп. Гляди, идем. Ты выдох пахать взялся. Куда ты, черт, арзу? Арзу, собрать, стоп! Стоп, собери! Стоп, стоп, стоп! Собери! О, как наворачивай. Примеру дает. А ну, братцы, навались покрепче, а то намахает нам рабочий класс, раму не берешь. Стоп! 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 Вылку в гляделке-то! Бери за чепихи! С тобой напашься! Стоп! Стоп, поросну! Стоп! Стоп! Стоп прямо! Взяты очень достойно. За пахту бригадам отправления колхоза большевистское спасибо. А особое же спасибо. О, товарищу Кондрату Майданникову, так как он есть самый фактический ударник. Ладно тебе. Сам поди наворочил. А сколько ты думал? С полдесятины одолел. Не, черт, тебе задери, подымай выше. Цельную десятину вела. Для первого раза неплохо, Дэвидо. Пошли. Товарищи, погодите расходиться. Есть у нас еще один вопрос.
Вот колхоз наш начал работать неплохо. А названия ему до сих пор достойного нет. Пора придумать, товарищ. Ну, какие будут предложения? Ну что ж, предлагайте, братцы. Заря. Заря. Красный пахарь! Имени Буденного. Имени Буденного. Октябрь. Дозвольте мне. Дозвольте мне, граждане. Ну давай, давай. Предлагаю наш колхоз так обзывать. Гремячинский колхоз имени сознательных граждан, какие твердо стоят на платформе нашей власти. Вот это сказанул. Ты чего, шалел, что ли? Если можно так длинно. Это за полчаса не выговоришь. И Макар за ошибки бьет крепко. Но она знает, кто ей друг, а кто враг. Чего же? А вы не серчайте, ладно? Ладно. Вот видите, не лодорничаю, работаю. Молодец, факт. Так скучно мне так-то. Тебя-то что ж. А вы мне женишка, штырка глазоля, что нашли? Ну, знаешь, этим не занимаюсь. Погодите, чудок, еще спрошу. Ну, а вы бы не взяли меня в жену? Да ты что? Выдумала черт знает что. Да вы только не подумайте, что я полосок, ноль пристроиться возле вас желаю. Просто мне вас жалко стало. Потому как вы смотрите на меня, а в глазах ваших голод. Ты, черт тебя знает, ты что говоришь? Ты раз навсегда это брось. О семье надо думать. Ты чуешь, как земля на не пахнет? Зараз не осевива. Эх ты. Фак. Я такое же сказать.
Нынче, как мы с товарищем Давыдовым вышли пахать, он мне и говорит, а я без тебя, дедушка, вовсе пропал бы. Надуйся, говорит дед, и проживи еще лет хоть десяток. Дружки, мы с ним. Да, а как надуйся? Познавать трошки. Как бы лет 40 назад, а то с мальства моя жизнь пошла наперекосяк. Меня всю жизнь кубыть ветром несло. То скособочить, то ударить об какой предмет, а то и вовсе к ядрене матери ущебет. А пожить бы, хоть поглядеть, какая она в колхозе в этом жизни взыграет. Когда-то угомонись ты. Спи. Милый, на том свете выспись. Я так понимаю, что в скорости пахать там или косить человеку много легче будет. Машина, комбайн, будет все тяжелый замес, человек работает. А ты только сиди на ей цигарку попыхивай. Аль кто не куряший, святки нюхай. Я так полагаю, что мне беспременно должность директора этой кабани выйдет. И вот со всей округи... Будем врать-то. Спи. Балабон, черт. Погодь, трошки, не прибивай. И вот со всей округи народ будет глядеть на мою работу. Слух пойдет обо мне, батюшки светы. И вот приходит колхоз телеграм. Доставить директора по кличке Щукарь в Москву на показ. А? Прощай, ты, старуха, будь ты проклята. Это будет почище генеральского чина. Будешь спать или нет? Спю. Нет, братцы, жизнь эта мне начинает дюже нравиться. Хвах